нам читал про это свой стишок. Мы оправдали наши дни, мы стали новыми людьми. Теперь для правды и любви приходит срок. На новый вышли мы виток. Теперь мы можем не хитрить и громко правду говорить, и не бояться получить за это срок, срок, срок. Срок настал для сумасшедших идей. Срок настал для настоящих людей.
Занька, у нас второй поезд. Да. Красная стрела. Уйдите. Отойдите отсюда, что ты пешит. Да, Зая! Пятая платформа! Следуй за мной! Я тут, Зай! Ты же наглохла, Ленчик! Зайка, корреспонденты здесь! Давай им интервью! Отойдите! Ну, граждане, ну что, пожилой человек, ну что же вы прете? Как чума болотная! Ой, народу я столько не видел! У ротару меньше было! Уйдите! Зайка, а почему это пьешь? В этой песне для меня принципиален текст! Правда? Не суйте морду! Куда ты морду суешь, отец? Интеллигенция! Певцы, актеры, художники. Мы обязаны быть впереди. Вы стали позовите милицию. Милицию. Надо вызвать милицию. Милицию. Срок настал. Зай, ой, какой успех. Я торчу, Зай, мне так нравится. Ой, как ты. Зай, отправлю всех в милицию. Как вы, Гончик? У нас три купе. Не убирай свет с нее. Давай, давай в свет. Заходи. Зай. А куда идти? А вот сюда, вот этот вагон. Только осторожней, ножку осторожней. Тут щелочки, кругом щелочки. Ничего не стоит провалиться. Пожалуйста. Да, цветы нужно тальком присыпать. А, да. Чтоб голова не болела. Спасибо. Ну, надеюсь, тальк у вас есть. Я займусь тальком. Как нас зовут? А кого? Вас. Лида. Лида. Лида, у вас тальк есть? Нет. Нету, да? Жаль. Так, вы тяжелые вещи берите, я полегче. Вот эти. Да, 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 да. Так, дальше, дальше. Да, да, да. Да, я сам, сам. Ну что вы роняете? Вы не видите. Ну все. Болотники, пятое, шестое. Первое, второе, третье, четвертое. Дальше, дальше. Куда пошел пятое, шестое? Вот болотник. Ну что там? Надо, надо. Надо наверх поставить. Здесь не ставьте, здесь цветы будут. Люсик! Нет, цветы, не трое, это не Люсик! Идите, 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 я сам займусь. Уйдите. Уйдите. Спать вовремя. Стойте! А, так уже все. Ничего больше нету. Пойдешь? Куда ты? Куда? Нет. Ленчик, нет, это вот туда. Вот. Да? Ой, гадина, не могу, тяжелые такое. Нет, подожди, нет, 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 нет. А, ну ладно. Так, это сюда? Да. А это сюда. Там у меня боржоми, я таблетку должна запить. Нет, там кальмар, консервный нож. Ленчик, открой мне сумку, пожалуйста. Сейчас, секунду, вот это ценное. Я тебе мешаю, наверное, да? Нет, нормально, стой. Подожди, вот зачем ты туда засунул боржоми? Я тут с вязанием увлеклась. Да. Смотри, какие у меня нитки красивые. Красивые. Подожди. Да. А где же у меня книга по вязанию? Не знаю. А где боржоми? А куда же? Да а ладно, боржоми? Это потом где? Запью. Ладно, потом запьешь. А где же у меня книга по вязанию? Вот так. Интересно. Куда поставить? Да подожди ты! Жду, подожди, жду. Подожди, подожди, подожди. Куда поставить? Ленчик, ну подержи. Куда, подержи. Куда поставить? Подержи, милый, вот. Подержи. Да что ты пристал ко мне все, с этим чемоданом? Все, все, оно стоит уже, все, стоит уже. Все. Книга, боржоми нашла? Прочим, уникальная. Да ладно, какой боржоми? Книга у меня пропала по вязанию. Упала. Ох, как я устала. Я у себя, ты ладно, не ступни. Ладно, покурю, найду. Умывальник здесь, ты пройдешь три ладно. Раза, я здесь. Пока. Ага. Чао. Как устроились, Зоя Антоновна? Книга куда-то запропастилась. Какая книга? Таблетку запить нечем. У вас нет боржоми? Да. Отправление скорого поезда номер 2. Нет. Красная стрела. Москва-Ленинград. Остается 5 минут. Просим пассажиров занять свои места в вагоне. Доброго пути вам. Я буду очень скучать.
Да прекратите немедленно! Летчик! 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 Да? Ты посмотри на этих козлов! Зайка, спокойно, сейчас разберусь. Так, отошли отсюда, отсюда! Ширный синяк, заглазь, не убирайся вон отсюда! По какому праву попрошу покинуть помещение! Да, финны. Григорий Степанович, это финики. Ах, вот как? Господа, господа, произошло явное недоразумение. Вы, видимо, вошли не в то купе. Именно я хочу сказать, что купе занимает заслуженная артистка РСФСР Болотникова. Вот именно. Посмотрите свои билетики. Кончай интернационал, Григорий Степанович. Я думаю, надо пригласить переводчика. Все, Антон. Зови кого угодно. Товарищ проводник, попросите переводчика с финского. Переводчика с финского у вас нет? Часто бывает, у меня был, я один раз в тамбуре постоял. Это что еще? Финский пьяница. Так, извините, у него 16-е место. Так, быстро, ноги в руки, пошли, пошли, живее. Давай, давай, вставай, живее. Ну, без переводчика разберемся, это, пошли. Вещи ихние. Пошли, пошли. Отдайте мне вещи. Нам чужого не надо! Зоя Антоновна, финны! У них сухой закон. Да понимаю. Товарищи пассажиры, чай. Готовимся пить чай. Кто чай желает? О, ледовочек. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. А у меня еще вафли есть. Правда? Да, ну. Тогда женюсь. Женюсь. Да ну, почему? Ну, чего? Да ну. У меня, правда, еще вафли есть. Любимая, меня бы не любили. Да ну, перестань. Ну, не любили ведь, а? Ну, Лид. А мне еще чаем надо поить. Ледунчик, ты куда? Вообще-то я бабам нравлюсь. Вот такие наши дела. Ну вот, потом Петрашевский ушел, а Казинец говорит, мы тебя знаем, мы тебя ценим, мы тебя не обидим. Вот такие вот, Зой, ты же его знаешь. Скотина. Скотина и жлоб. О, Григорий Степанович. Как устроились, Зоя Антоновна? Присаживайтесь. Благодарю. Приятного аппетита, Леонид Борисович. Чаек? Нет, поздновато уже. Первый час. Надо быть в форме. Девушка, я постелю, не помешаю? Нет. Будьте любезны, присядьте, пожалуйста. Ну что ж, пора отдыхать, пока мы на своей территории, пока обстоятельства позволяют, так сказать. Леонид Борисович. Да-да-да, идем, идем, идем. А завтра? Зайка.
Леня! Лень! Леня! Чего ты орешь? У меня пропал пиджак. Что случилось? Какой пиджак? Мой пиджак черный. Нигде нет, хоть тресни. Зайка, завтра найдем. Ну, куда-нибудь сунула. Ну, как всегда. Куда сунула? Я же в нем приехала, теперь нет нигде. Ты меня слышишь? Ну, слышу, Зай, ну, сунула, он лежит тебе где-нибудь. Да нет нигде, черт тебя побери. За кого ты меня принимаешь? Я же не в маразме еще. Я тебя, Зай, ну, что ты такое кричишь? Куда ты пошел в таком виде? Народ такой пугливый стал. Что там у тебя, Заяц? Да все перерыло, понимаешь, нигде нет. Как сквозь землю провалился. Черт его знает, маразм какой-то. Ну ладно, Заяц, сдалось тебе это платье. Пиджак. Ну, пиджак, какая разница, утром найдем. Найдем утром. Что там у тебя было? Да ничего особенного, деньги немного. Паспорт, затычки для ушей. Я искал затычки для ушей. Какой паспорт? Заграничный. Ты даешь, старуха. Надо искать. Сейчас. Три билета на шестерку. Ну нельзя же так. Понимаете, у меня командировка. Ну, как... извините, но я... Ну что же за такое? Нет, ты бесполезно. Надо было командировку показать. Какая командировка? Мы в списке командировочных 29-й. Ну хорошо, ну это ну, самое. У нас ведь телеграмма у нас. Да какой там вообще целый полк? Эх, ты что же делать? О, Болотникова. Обожаю. Обожаю. Мямли вы, Миша, с вами вообще никуда не попадешь. Мне это первый раз за 5 лет, честное слово. У нас комсомольская молодежная бригада. Всегда все для пассажиров. Я даже не представляю, как такое может быть. Просто голова кругом. Я и бабки на свои деньги покупаю. Всегда кристально, поверьте. Ну что ж, Зоя Антоновна, насколько я понимаю, вопрос ясен. Будем давать делу законный ход. Потрудитесь пригласить бригадира. Я смотрела здесь. Честное слово, первый раз на 5 лет, такого никогда не было. Потрудитесь пригласить бригадира. Я сейчас. Русским языком сказано, нет билетов. 48. Рожу я вам их, что ли? Но, понимаете, у нас же командировка. А я тут при чем? Вот телеграмма. Сейчас. Давай. Вот, вот, вот телеграмма у нас. Ну что? Как, а вот мужчина, который перед нами был, он же получил билет? Ну что? Мало ли кто что получил. А может, он депутат? Откуда вы знаете? Вы депутат? Нет, я не депутат. Вот ответите, не депутат, а требуете билета. Ну, это первый раз за 5 лет. Русланович, вы меня прекрасно знаете. Первый раз за 5 лет. Смотреть надо было. Видела, кто едет. Так я же вафли свои принесла. Здравствуйте, товарищи. Начальник поезда Бондарев. Директор группы Казинец. Что будем делать, товарищ Бондарев? Только не хандрить, товарищ Болотникова. Не надо расстраиваться, еще не утро. Я распорядился, мы сообщим по линии, в Бологое сядет профессионал. Будьте спокойны, отдыхайте, все будет в порядке. Нужна собака. Все будет как положено. Как положено. Я хочу спать. Спокойной ночи.
такая петрушка. И далеко? Да, тут некоторые скандинавские страны. Большая бригада? Народ сложный. Вот я возил АПП Забайкальского округа. Ансамбль песни и пляски. Ну да, ну да. Еще до указа. Так был порядок? Был, был. У нас до указа буфет работал. А порядок был. Вот у меня в бригаде 21 человек. Да, только так. Я как чувствую. Вообще не люблю я эти зарубежные гастроли, особенно в кап-страны. Ну не люблю, не люблю, и все тут. Ну нас же не спрашивают, как вы понимаете. И что же будет? Гастроли отменяй, контракты, неустойки. Да. Учитывая личность потерпевших и другие особые обстоятельства, прошу посадить на поезд ответственного профессионального товарища для разбора дела на месте. Какие еще особые обстоятельства? Газету возьмите и почитайте, какие обстоятельства. Паспорт-то иностранный. Соображайте. А вы для чего? Вот вы и разбирайтесь. С моей стороны приняты следующие меры. Вагоны заперты, проводники приведены в бодрствующее состояние и проинструктированы на случай возможного международного инцидента. Лады. Валь! Валь, ты там? Нету ее, вышла. На двойке ЧП, Зои Болотникову грабанули. Ну да. Зою Болотникову? Это певица, что ли? Ну, какой-то френч с заграничным паспортом. Да ты что говоришь? Там этот дундук Кондрик всех уже креветкой поставил. Теперь требую, чтобы ему следователь подсадили. Действуй, Валентина! Ага, разбежалась. Вынеси дипломат, Миша. Здесь нужен подход. Вот сейчас остановится поезд. Сразу подойдем к женщине. Она добрее. Видите ли, тут произошло недоразумение. Мы стояли в кассе. Билеты. У нас есть командировка. Билеты. Да нет у нас билетов. Видите ли, мы врачи. Вот это талантливый анестезиолог. Мы едем в институт усовершенствования. И представляете, мандатную комиссию уже прозевали. Ну что это такое? Когда мы научимся ценить людей? Ведь мы же врачи, мы людей лечим. Вот вы скажите, вы когда-нибудь болели? Рука у меня как понервничаю, чешется, сил никаких нет. Вот видите, а мы никак не можем уехать. А ведь у нас сегодня начинаются занятия, между прочим. Может, возьмете, а? Куда я вас? Господи, да мы в коридорчике посидим. В коридорчике посидим. Не могу. Ну, а кто же может? Начальник. Он у себя во втором. Хорошо, Никитич, пойдем к начальнику. Начальник же тоже человек. Спасибо, спасибо. Пойдем. А как его зовут? Бондарев Руслан Ильич. Бондарев здесь? Тут он. То есть он в шестой. У нас телеграмма, вы понимаете? Вы по вызову? Да. Тут проходите, товарищи, проходите. Ждут вас. Ждут. Двери только закрывайте. Через вагон будем на месте. Начальник поезда Бондарев, прошу вас, товарищи. Здравствуйте. Прошу. Добрый вечер. А, директор группы Казинец. Времени прошло немного. Идем, можно сказать, по горячему следу. Мы еще не трогали, искали, конечно, в горячке. Здравствуйте, я администратор Зиран. Я, понимаете, вот
Разумеется, немного наследили. Ну, как говорится, картина на лицо. Да-да-да, на лицо. Прошу, пожалуйста, товарищи. Смотрите. Я такого даже не представляла, честное слово. Мне за 5 лет такое первый раз. Мне всегда кристально. Честное слово, гражданин следователь. Я всегда в суде пассажиров. Вот, пожалуйста, даже так достала. Пожалуйста. Похоже, тальк. Да настоящий тальк, чтобы голова не болела. Ах, вот как? Понимаете, мне тут и близко не было. Я только чай принесла, и все. А тут, говорят, пиджак. А какой пиджак? Я даже глаза-то не видела. Пиджак. Наплевать на пиджак. Главный паспорт. А шмотка наплевать и забыть. Тебе может наплевать, а мне не наплевать. Пиджак от Кардена, между прочим. Имейте в виду, расплевался чужими пиджаками. Подожди, не право, паспорт же важнее. Все равно пусть ищут пиджак. Им за это деньги платят. Простите, простите, мы платить не отказываемся. Не обращайте внимания, вы же видите, в каком она состоянии. Товарищи, нет, товарищи, позвольте мне, вы должны давать себе полный отчет. Дело приобретает оттенок международного скандала. Простите, почему же именно международного скандала? А как же? Нас ждут в Европе. Западная, между прочим. А что скажут средства массовой информации, телевидение, радио, пресса? Продажная. Что они скажут? Нонсенс, а вы говорите. Мы везем в Европу репертуар, наш рок гражданского звучания, песни протеста и прочее. И как же теперь быть? Организация гастролей — дело сложное. Теперь вся надежда на вас. Речь идет о престиже государства. Простите, а когда будет Ленинград, а? Прибытие в 08:25. Будьте спокойны, входы и выходы перекрыты. Бригада на чеку, муха простите, не пролетит. Какая бригада? Проводники, весь персонал. Готовность номер один. Вот повагонная схема заполненности, списки интуристов, отдельно от борта свободных мест. Разве есть свободные места? В обязательном порядке. Кстати, если надо, в вашем распоряжении отдельные купе. Подождите, целое купе? Петр Никитич, я думаю, что нам надо. Нет проблем. Лидия Семеновна, да? У нас 7-е купе открыто? Да, конечно. Прошу вас, товарищи, проходите. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Они нас за милиционеров принимают. Да куда ты, Никитич? Ты чего? Положи чемодан. Смотри. А потом это, как ее, певичка-то? Так это сама Болотникова, Никитич. Да? Ну, конечно. А вообще-то хорошо. Чисто. Белье. Айшелька. Вот и... Что там? Умывальник. Нет. Миша, пожалуй, надо пойти, поговорить куда и пойти? Объясниться. Куда объясниться? Поймите же вы. Так они нас высадят на первую же полустанцию. Вы так думаете? Объясниться, конечно. Что ж нам сядьте, тогда делать? Сядьте, Петр Никитич. Самое главное, нам нужно продержаться. Ну, пока есть возможность, понимаете? А там уже электрички пойдут. Что же, нам надо выдавать себя за... Что вы говорите, Миша? Ну, бог с вами, какие вещи! А жить на вокзале вам нравится, а? Ну, а? Не вспоминайте. А, вот тут и оно. Да бросьте вы, Петр Никитич. Прекрасное купе. Едем в одном вагоне с Болотниковой. Далась вам эта Болотникова, довольно-таки противная баба. А вот в этом вы не правы. Неужели вы не заметили, какие у нее грустные глаза, а? Между прочим, у всех исполнителей тяжелого рока такие грустные глаза. Ведь это поразительно, а? Да. Если бы вас украли пиджак с иностранным паспортом, у вас бы тоже стали грустные глаза. Войдите. Чай индийский. Нет, спасибо, нам не надо. О, я буду. С удовольствием. Ничего, не торопитесь. Чаёк попьете, тогда и на место происшествия. Мы вас будем ждать. Ну ладно, вы пока попейте чаю. А я пойду осмотрю место происшествия. Разрешите идти, товарищ майор? Идите. Товарищ лейтенант. Есть.
И здесь ничего нет. И здесь ничего нет. Здесь тоже нет. Нет, вы смотрите, смотрите. Но ведь как сквозь землю провалился. А вот здесь. Где? Вот здесь. А, это юбка. Да нет, ну это вам совершенно не интересно. Здесь все женское. Совершенно понятно. У меня же не маразм. Совершенно понятно, что он не потерян. Не потерян. Значит, его украли? Что вы говорите? Поразительно. Вот что значит профессионал. А что? Да нет, ничего. Вы работаете, работаете на здоровье. Что у вас там полагается? Делайте свое дело, осматривайте. Пишите протоколы, дознания. Давайте, давайте. Протоколы. А, да, конечно, сейчас. А у вас это, ручки не будет? Да-да, войдите. Это я, Бондарев. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Я человек простой. Я понимаю, понимаю. Я человек простой. Что думаю, говорю в глаза. Меня не проведешь, будьте спокойны. Вы не так поняли. Товарищ майор, вы знаете, кто украл паспорт? Кто? Собственный директор. Никитич, слушай, ты представляешь, она действительно поверила, что я следователь. Все, надо кончать эту бодягу. Надо сдаваться, пока не поздно. А то эти протоколы, дознания, познания, это... Ну, давай, все, вставай, пошли, пошли. Ну, куда, куда пошли? Ну, как, проводница или, я не знаю, там, к начальнику поезда. Да начальник, начальник уже был здесь. Как? Ну? Знаешь все, что ли? Объяснились? Объяснились. По вашей же милости, я майора произведен. Ну? Ну, вот. Он и давал свидетельские показания. Все как полагается. Мозги мне прожужжал. Угу. Говорил о паспорте. Что? Что паспорт украл директор группы. Он ему проговорился, что терпеть не может ездить за границу. Ну и что? Ну как? Ну что дальше? Как что? Ну если паспорт исчез. Если паспорт исчез, командировка срывается. Дешево и сердито. А вот его-то никто не заподозрит. Очень интересно. Что, что интересно? Никитич, это очень интересно. Что, Миша? Никитич, это очень интересно. Скажите, а вообще это у вас как? Дело добровольное? Что именно? Ну, я имею в виду вот эти поездки. Их как, можно выбирать? Ну, что значит выбирать? Наша задача – выкачивать валюту. Надо, значит, едешь вчера сюда, завтра туда, а послезавтра прикажут, так хоть в саму Америку поедешь. Да, вот и я слышал, что вы едете в эту поездку с большой неохотой. В Финляндию, да? Финляндия, Швеция, Норвегия. Откуда слышали? Кто это вам сказал? Откуда такая информация? А? А вопросы здесь задаю я. Ну и как? Устраивает вас эта поездка или нет? Вообще-то я хотел сказать, что... Да или нет? Дело в том, что... Да или нет? Да.
Так где же истина, уважаемый Григорий Степанович? Только что в разговоре с начальником поезда. Вы уверяли, что едете за рубеж против своей воли. Не так? Так, но... А теперь вы утверждаете обратное. Чему же верите? Да, я говорил, да, говорил, но почему говорил? Я ведь имел в виду что? Наша задача какая? Выкачивать валюту, так? Ну, правильно. А воспитание человека? Ну, вы сами подумайте, товарищ дорогой, ну какой же человек не хочет за границу? Нонсенс. Но надо же воспитывать патриотические чувства. Надо, чтобы человек знал, где ему хорошо, чтобы понимал. Люди есть люди. Я надеюсь, вы меня понимаете? Смутно. Ну, допустим. А что вы можете сообщить о визите к Болотникову? Ведь вы же там были. А, был. С какой целью, если не секрет? Посидели по-приятельски. Сколько раз? Посидели и разошлись. Один раз? Сколько же? Странно. А что такое? Странно, я говорю. Я знаю, что вы заходили к Зо Антонии неоднократно. А вы уверяете, что всего лишь только один раз. Странно это. Я? Ну, вспоминайте, вспоминайте. Я еще... Ну, так? Заходил до того. До чего? Ну, до того, как мы сидели, но это было еще в Москве. Ах, вот как. Скажите, а почему вы скрываете о третьем визите? Я скрывал! Ну, не я же. Я не скрывал! Я забыл! Зачем мне это? Значит, забыл. Ну что ж, уважаемый Григорий Степанович, раз уж к нам пришло такое просветление, может быть, мы еще что-нибудь вспомним? А что я? Что, я ничего не знаю? Там Леонид Борисович, я посидел и спать пошел. Скажите, а почему вы умалчивали о третьем посещении? Это что такое? Это какое еще третье? Я спать ушел? Вы понимаете, что вы говорите? Вы понимаете, что вы мне шьете? Я заслуженный работник культуры! Не надо нервничать, давайте будем вспоминать вместе. Итак, третий раз вы посетили Зою Антону Болотникову почти в 2 часа ночи. Я ничего не напутал. Что-нибудь не так? Когда? Почти в 2 часа ночи. Но это же было после? После чего? Я пришел, когда узнал о хищении. Разве вас про хищение спрашивают? Может быть, я непонятно выразился? Меня интересует, когда и сколько раз вы посетили Зою Антону Болотникову? Вопрос понятен? Понятен. Так почему же вы все время юлите? Пытаетесь ввести меня в заблуждение. Один раз, второй раз, третий. А? Ну все, с количеством мы как будто разобрались. А теперь по существу вопроса. Меня интересует, с какой целью вы посетили Зою Антону Болотникову? Это понятно? Абсолютно. Так с какой же, наконец? По-приятельски? Что значит по-приятельски? Ну, как положено, посидели, чаек. А вас приглашали? Но мы же все-таки вместе едем. Повторяю вопрос. Пригласила вас к себе Зоя Антона Болотникова в купе? Или вы сами пришли, без приглашения? Не припоминаю. Но мы же по-приятельски. По-приятельски? Ходит к приятелям. А вы, уважаемый Григорий Степанович, насколько мне известно, не являетесь приятелем Зои Антоновны. Опять концы с концами не сходятся. Ну почему же не сходятся? Это вас надо спросить, почему ваши слова расходятся с действительностью. Да это как-то даже странно. Что же, я не имею права в гости сходить? Ходите, ради бога. Никто у вас ваших прав не отнимает. А вот давать заведомо ложные показания, вот этого права вам действительно никто не давал и не даст. Не надейтесь. Хорошо. Я скажу. Я все скажу. Там меня туда не звали. Но я пришел. Я пришел к Болотниковой, чтобы проконтролировать Леонида Борисовича. В каком смысле проконтролировать? В самом прямом. Он-то ведь с нами за рубеж не едет. Ну и что? Не едет, понимаете? А куда же он едет? В Ленинград. Зачем? В том-то все и дело. Зачем? Зачем человеку ехать в Ленинград за свой счет? Без командировки. Нонсенс. Стало быть, вы его подозреваете? Подозревать не в моей компетенции. Лично я очень уважаю Леонида Борисовича. Я очень уважаю Леонида Борисовича. Но, конечно, у каждого свое. Может быть, он обижен, что с нами за рубеж не едет. В жизни ведь знаете как. Как? Все может быть. Да, может быть. Все может быть.
Ленчик! Ленчик! Лень! Григорий Степанович. А? У меня зажигалка сломалась, у вас спичек нет? Я же не курю. А Ленчик где? А, Леонид Борисович дает показания. Конечно, как что-то к Лене. Как за границей Григорий Степанович Казинец. Ну, они все хорошие. А где они раньше были, когда она с этим алкашом жила? Хоккеистом. И каждый день это самое дело. Я ее тогда предупреждал. Я ей говорил: Зонька, Зонька, что ты делаешь? Опомни, Зоя, остановись. Сейчас станет, конечно, здесь все. И Григорий Степанович, и Тимошевский прискакали. А вот, а я так. Я вроде шестерю при звезде. Вообще-то она баба хорошая. Нет, правда, правда, бывает хуже. Серьезно говорю. Нет, она баба ничего. Все это очень интересно. Все, что вы рассказали, очень интересно. Но нас интересует другое. Куда пропал пиджак? Вы знаете, я без понятия, потому что пиджак на ней был, а все вещи через мои руки прошли, а пиджак... Значит, с вещами вы помогали? Да, мы помогали. Да, кстати, а зачем вы едете в Ленинград? Как зачем? Я посажу на самолет и домой. Как говорится, каждому свое. Только за этим и едете? Да. Стало быть, вы тоже в командировке? Да. Простите, а командировочное удостоверение у вас есть? Ну, естественно. Командировку. Командировку на стол. Секунду. Сейчас. Вот здесь. Паспорт. Вот там все. Паспорт? Да, паспорт. Спина болит прям немного. А это что? Это форма 9. Так, на всякий случай. Командировку. Секундировку. Сейчас. Азарян Леонид Борисович, администратор, цель поездки, отправка, отправка группы. Все верно. Что это значит? Это значит направить по ложному следу, отвлечь внимание и заместить следы. При чем здесь заместить следы? Я же не заметаю вы. Да при чем здесь вы? Идите, отдыхайте. Да, мы да. Без вас разберемся. Да, пойду, спасибо. Идите. Да. Командировку оставьте. Да, спокойной ночи. Где вы это взяли? У Леонида Борисовича. Документ фальшивый. Я берусь это доказать. Грубо сработано, Леонид Борисович. Вот. Настоящая командировка, а вот ваша, фальшивая. Подпись поддельная, печати нет. Ну, что скажете? А вообще, вы понимаете, что бывает за такие вот фокусы? Это еще доказать надо. Ах, вот мы заговорили как. Угу. Хорошо, сейчас будут вам и доказательства. Свидетель, пройдите. Ну что? Будем запираться или будем давать показания? Кто дал вам бланк командировки? Людмила Андреевна. Есть такая. А штамп убытия тоже ее работа?
Нет. Секретарша Томашевского. Я вижу, тут целая банда. Как заслуженный работник культуры я протестую. Это клевета с целью опорочить доброе имя товарища Томашевского, а в его лице весь аппарат управления культуры. У вас это не пройдет. На кого работаешь? Отвечай! Выпейте, выпейте и успокойтесь. Успокоились? Спасибо. А теперь отвечайте быстро и внятно. Зачем все это? Ваша поездка, подлог. Зачем? Слушай ты, кто ты, собственно, такой, чтобы допросы устраивать? Тоже мне заслуженный работник культуры, засрак! Знаем, как это звание получил. Сколько ты Агаркова с Соловьевым и Томашевского поил, чтобы звание получить. А вот за эти слова вы ответите в другом месте. Отвечу, а отвечу. Да-да, ответите! Угу. Это вам так не пройдет. Я, между прочим, являюсь сопредседателем общества трезвости. У меня документ есть. Плевал на твой документ. Вон документ, здесь на харе твоей написан. Документ. Наглая ложь! У меня нос от рождения такого цвета! Это все знают! У меня даже в анкете в особых приметах записано! Свидетель, пьянь, вы свободны! Пьянь, застойная пьянь! Итак, я повторяю вопрос. Зачем вы едете в Ленинград? Да видно, что специалист. Я еще в Бологое, все. Я сказал, не буду больше. Били, наверное. Ну, я пошел по составу, проконтролирую обстановку. Хорошо. Если что, вы меня информируете? Непременно. Эй! Ой, ёлки! Ну как ты там? Ну, очень. Живой? О, ну что, начальник ушел? Да ушел, ушел. Слезай. Давай. Ну давай, и комфорт у тебя. Ну кто ж наш так получится? Ой. Видишь, начальство налетело на мою голову. Жалеешь вас, а потом нервничай. Ой, жалко мне тебя. А ты думал? За эту десятку несчастный знаешь, сколько натерпишься страху, во? Слушай, а давай-ка иди-ка ложись в мое купе, и чтоб не тише воды. Понял? Ну ладно. Ну что ладно, давай, 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 давай. Сейчас покурю. Ну что покурю, ведь старый дурак в любой момент может пожаловать. Не уговаривайте вы меня. Вы просто не видите себя со стороны. Что же вы мне прикажете чикаться, чикаться с преступником? Он все, что хочет, а мы должны на задних лапках, что ли, ходить? Какой преступник? Кто преступник? С чего вы решили? Фальшивая командировка, это еще ничего не доказывает в похищении паспорта. Неужели вы не понимаете, что между этими фактами нет никакой связи? Петр Никитич, а зачем ему фальшивая командировка, если он честный человек? Ну как? А? Ну как? Ну как? Ну как? Разве можно инкриминировать человеку преступление только на том основании, что он якобы мог бы его совершить? Подождите, какое вы это слово сказали? Инкри... А если эта командировка фальшивая, скажите мне тогда, зачем надо было предъявлять ее вам? Так, вы лежите здесь, а я пойду к Болотникову.
Инкриминировать. Это значит предъявлять обвинение, по-вашему. Инкриминировать. Лёня, нет, это исключено. Лёня, господи, вы мне насмешили. Нет, Лёнь, поверьте, совершенно ни при чем. Честное слово. Нет, я ведь ему ничего и не инкриминирую. И тем не менее, не торопитесь, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что он ваш друг, и вам не хочется думать о нем плохо. Друг? Не говорите глупости. Откуда у меня друзья? Мне кажется, что у вас много друзей. Вокруг меня, уважаемый Миша, много людей. Тысячи. А друзей? Разве тысячи друзей бывает? А, Леонид Борисович, если не ради вас, тогда совсем непонятно, зачем он едет в Ленинград. Вы можете ответить на этот вопрос? Могу. Но не хочу. Ну, вернее, не хотелось бы. Тайна? Просто... Ну, тогда это между нами, хорошо? Ну, о чем разговор? Дело в том, что Леня едет провожать вовсе не меня, а совсем другого человека. Ну, есть один человек, который едет с нами за границу. Он уже в Ленинграде. Ну, женщина. Ирочка Бургила из вокальной группы. А у Лёни семья, понимаете? А, значит, ему нужна эта командировка для предъявления жене. А вот оно что. Ну, надо знать еще жену. Ленька тоже хорош. Запутался с этими бабами окончательно. Да чист он, чист. Алло. Слушай, все забываю, как тебе? Слава. Слушай, Слава, не тяни резину, а то нагрянет начальник, будет нам. Угу, угу, угу. Нет, Миша, сыщик вы никакой. На основании ваших фактов можно заподозрить любого, вплоть до вашей Болотниковой. Давайте лучше пойдем покурим. Никитич, вы гений. Вы это о чем? Я говорю, что вся эта история с Болотниковой совсем не бред. Ведь я у нее все вещи пережил. Один чемодан она мне так и не дала. Она говорит, что у меня там женское. А какое такое женское? Что за женское, спрашивается, а? Слушайте, Миша, вы что, это серьезно? Я сказал, что этого дела я так не оставлю. Вас заносит бог знает куда. Ведь она вам нравится? Нравится. Но тряхнуть ее надо по-настоящему. Вы поймите, если начать трясти, то ведь каждый человек окажется в чем-нибудь виноват. И все мы живые люди. У каждого свои недостатки, свои слабости. Нет, уважаемый Петр Никитич. Если человек не виноват, то его и не обвинишь. А вот порядочного человека сразу видно. Сразу видно, и я говорю, сразу видно. Но ведь простите, вы же не смотрите, вы трясете. Своей необходимости. Что? Ведь вы знаете, какой тут народ. Через одного атане. Да не надо нам никаких защитников. Не надо нам никаких адвокатов. Я прошу, тихо. Знаем мы очень хорошо эту публику. Знаем эти запоры и атании. И перистальтики. А ну выходи! Выходи, я все сказал!
Ну ладно, я вас предупредил. Так. Петр Никитич, стойте здесь. Я сейчас. Так. Эй. Чего? Проводница где? Чего тебе? Так, а проводник где? А почему, не знаю. Где проводник? Я не знаю. В чем дело? Так, пройдемте. А кто такое? Что случилось? Я говорю, пройдемте. А что тут? Не разобрались сразу, пройдемте. А что я такого сделала? Ключи от туалета захватите. Какой туалет-то? Какой туалет? Да там туалет уже целый час закрыт. Идите вы так, пожалуйста, он совершенно свободный. Да я же говорю, там человек сидит, заперся и сидит. Пройдемте. Делать людям нечего, честное слово. Пройдемте. Туалеты проверяют. Стучать надо на стой. Я стучал, никто не отзывается. Гражданин, ваше сиденье тут бессмысленно. Кто контролирует окно? Я. Так. А вы пройдите в тамбур и наблюдайте через наружную дверь. Так точно. И смотрите, чтоб не выпрыгнул в окно. Ну что, гражданин, будем запираться или будем открывать? Вы последняя? Да. А который час? Тише! Иди отсюда, не до тебя. Иди, иди. Открывайте. Ну? Ну чего? Ну, открыто. Просто... Дверь просто... Дверь залетает. Я столько раз говорила и Корнееву, и этому. Прям, я не знаю, зла не хватает, честное слово. Я же слышал, что он дышал. И я тоже слышал. Товарищи, без паники! Товарищи, помощь не нужна? Товарищи, в моем лице вы видите квалифицированного акушера. Лидия Семеновна. Лидия Семеновна, а что у вас в купе делает вот этот субъект? А кто субъект? Кто? А вам слова никто не давал, разберемся. Нам Лидия Семеновна все расскажет. Я правильно говорю, Лидия Семеновна? Подождите, я вспомнил. Вы знаете, да. Там на вокзале, во время посадки, я его принял за носильщика. Да. Я еще подумал, что за носильщик такой странный. Вот, посмотрите. Да, подождите, значит, вы утверждаете, что этот субъект имел доступ к вещам Володи? Да, у меня глаз алмаз. Я-то подумал. Молодец. Он странный. Ну, я глядите пошел. Он на него. Стоп! Да. Руки за голову. Так, обыскать. Ага, вот она! Что в рюках ничего! Чисто. Чисто. Так, отвечать быстро и внятно. Фамилия? Маслов Станислав. Возраст? 28. Паспорт? Чего паспорт? Паспорт спрятал куда? В рюкзаке. Да. Ну вот и все. Финита ля комедия. Вперед! Я первый! Вот возьмите. Станислав Артурович. Так это что ж? Ваш паспорт, что ли? Мой, это чей же? Минуточку. А каким образом вещи этого гражданина оказались в служебном купе? Как это понимать, Лидия Семеновна? А я что, не человек, что ли? Я что ли не имею права? Всегда кристально. Другие что хотят, то и делают, а это что так сразу все? Сразу тебе не трудовые доходы, сразу тебе, ну боже мой! Уже не дыши совсем! А может вообще ничего? Может он родственник мой? Кто тебя знает? Кто родственник? Кто? А что? Не может быть? Сразу как это понимать? Как это понимать? А может он жених мой? Я что, не имею права на совести жениха провести? Скажите, не имею, да? Какой жених? Вы же замужем, Лидия Семеновна. У вас ребенок. Ну и что? Что замужем? Ну и что? Подумаешь, муж. 140 в месяц. Может, я развожусь. Ребенка я усыновляю. Удочеряет он. Да. Минуточку. Когда это вы успели так быстро? Мы с детства, если хотите знать. Да, мы соседи, мы вместе росли и все такое прочее. А потом в армию пошел, я с другого вышла замуж, да. А он любил меня как сумасшедший. Говорит, умру без тебя. И хотел покончить с собой. Ну уж. А что, нет, что ли? А я всегда только его одного любила. Любимый!
Вы все-таки как-то поаккуратнее. Все-таки люди кругом. У нас сейчас гласность. Гласность у нас в обязательном порядке. Гласность. Да при чем здесь гласность? При чем здесь гласность? Что вы понимаете, здесь там пудрите? Я не пудрю, я не пудрю. Да нет, ты делаешь, что пудрите. Мы вам кто? Дурачки, что ли, все здесь? Если бы знали мою жизнь, вы бы так не говорили. Я, может, с детства без родителей. Отец бросил. Мама уехала на целину по комсомольской путевке. Тоже энтузиастка, как я. Да при чем здесь? Мама при чем здесь? Мама при чем? Что вы нам несете? А при том, что нет, что ли, мне даже письма имеются, могу показать. Если не верите, вот человек подтвердит. Точно, писем много, целый чемодан накопился. Да, да, я вам покажу. Это сразу, нет, это галиматья какая-то, галиматья. Я вам сейчас все покажу. Где письмо? Сейчас, сейчас. Вот, смотрите. Лидочка, деточка дорогая. Это что, нет мамы, что ли, скажете? А то сразу внутри твои доходы, лишь бы только прихватить человека. Нехорошо, начальник, нехорошо. Ты ли духа по рабочей сетке числишься? А то как же? Нехорошо, начальник, обижать рабочего человека. Времена ведь какие? Человеческий фактор прежде всего. Смотри, до чего довел работника. Ты не огорчайся, старушка. Я с тобой. Ну вот что. Прекратите этот балаган, хватит! С меня доволен! Что? Что такое? Таково мое решение, как старшего по команде. Все по местам! Еще раз повторяю, в моем лице вы видите квалифицированного акушера. Допустим. Но я же вижу, что-то происходит. Что товарищи, происходит? Прошу не церемониться. В 79-м году я принимала роды даже в вертолете. Вот как? Представьте себе, у меня даже грамота есть. Грамота при себе? Нет. Там все свободны, все по местам! Ты рукам-то воли не давай. Видишь, прытки какой. Лидия Семеновна. Я фуражку забыл. Бред. Это бред, это сумасшествие. Это какой-то паноптикум. Вы меня просто поражаете. Господи, да ладно вам, Петр Никитич. Вы на себя посмотрите. Кого вы защищаете? А? Да на них клеймо негде ставить. А вы за них заступаетесь. Главное, что дело вытанцовывается. Вот что главное. Да, если бы вы не влезли, что тю-тю-тю? Я же... Слушайте, я вас от позора спасаю. Неужели вы не понимаете? Глупый вы человек! Ха-ха-ха-ха-ха! Слушайте, а почему вы так смеетесь? Спаситель. Да я, если хотите, для них сейчас все. Власть, закон, справедливость, все, что хотите. Поймите, вы здесь ни при чем. Как-то я здесь ни при чем. Неужели вы не понимаете, что на вас мундир? Еще к тому же не вам принадлежащий. Тут, если хотите знать свои давние традиции, ага. Гипноз. Ага. Московское время 7 часов 10 минут. Но ведь вы культурный человек, вы не будете злоупотреблять, вы не имеете права. Между прочим, как культурный человек, я обязан бороться со злом. Органы подслушивать! А, попалась! Не с места! Стоять! Не с места! Убивает! Кукла ряженая, стоять! Руки по швам! Без сопротивления! Ну? Помогите! Убивают! Помогите! Уберите руки! Вы не знаете, с кем вы имеете дело. А вот мы сейчас выясним, что ты за птица. Что же вы стоите, товарищи? Вы видите, что они вытворяют? Хулиганы. Я вдова капитана первого ранга Недялкова. Недялкова. Вы еще ответите. Ответим. Не слушайте ее, граждане! Речь идет о крупном преступлении. Вы знаете, никакая она не вдова, она рецидивистка. Хулиганье. Вы видите, что они вытворяют. Что? А сам голый от нее выходил. Что случилось? Шпионила у вашей двери. В чью пользу кто такая? Я вдова капитана первого ранга Недялкова. Отпустите халат. Это вы выходили от нее голой. А кого? От Зои Антоны Болотниковой. Я? Это не этот, а вот этот. Я вышла, а он шесть и еще нагло хмыляется. А что не так? А, тихо. А вот это ему папироской помогало. Вот как. Ах, какая птичка. Подумаешь, про
принцесса. Вышел голый. Я? Врет, как Геббельс. Я? Да, я не пьян. Вы все слышали, что он говорит? Да, слышал. Я вдова капитана первого ранга Недялкова. Это еще надо проверить. Отчего умер капитан Недялков? Да-да-да, я... Так я тебе и сказал. Я стоял здесь, потом мы вышли и попал... Я стоял здесь, вот там, а вы стояли вот да, там. Да, потом я вышел так. Оттуда. Голый! Ну что вы стоите? Я? Вы что, обогрели? Я стоял там, кого ты стоял? Я стоял вот там. Это наглые лошади! Я стоял вот там. Ты не заслуженный работник культуры! Это молчать! Сумасшествие какое-то. Молчать. Миша, Миша. Всем оставаться на своих местах. Дело выгорает. Сейчас, когда я их всех свел, все и всплывет, вся муть. Я нутром чувствую, что секрет где-то рядом. Надо только установить последовательность событий. Всю хронологию, что, зачем, почему. Один следственный эксперимент, и все прояснится. Ну, плод уже созрел, все на мази, Никитич. Сейчас решится все. Надо только нажать, понимаешь? Чуть-чуть нажать, понимаешь? А что вы собираетесь сделать? Я же говорю, следственный эксперимент. Всех выведу на чистую воду! У меня не открутишься! Стоять! Не двигаться никому! Вам оттуда виден коридор? Простите, Миша. Что? Я здесь не стоял. Что? А вы, гражданка, помолчите! Вас еще спросят! Всем оставаться на своих местах! Без моей команды никому не двигаться! А вы что там? Там не высовываться! Я все вижу! Хватит, довольно! Начали! Стоп! Стоп! Ну куда? Куда вы подошли-то вплотную? Так я думаю... Что вы думали? Думали! Так, дверь была открыта, закрыта? Понимаете, открытым. Кто открыл? Ну, она сама. Я вы понимаете, что хотела... сами двери не открываются? Ну, я в этом уже... Товарищ! Товарищ! Товарищи! Ага. Так. День открытых дверей. А вы-то что здесь делаете? Вы же там были. Я смотрю. Смотрите? Что смотрите? Смотреть ходит в театр, а здесь, понимаете, вам не театр. Здесь люди работают. Надо уважать чужой труд. Вот так! А вы куда лезете? Куда вы лезете? Туалет. Да какой туалет, папаша? Подождете несколько минут. Так. Значит, вы подходите. Вышли! Подходите, подходите. Что в этот момент произошло? Ну? Я не видела. Значит, не видели, слышали? Слышала, да. Так. Что вы слышали? Ну как там? Ну, что-что? Так, не густо. А вы-то куда шли? Я же сказал, никому не двигаться! А вы-то куда претесь? Вы что, не видите, что здесь люди работают? Ну куда ты? Куда вы претесь? Либо проходите, либо... Всем оставаться на своих местах, я сказал! Предъявите ваши документы. Какие документы? Предъявите ваши документы. Вы что, не видите, что здесь люди работают? Попрошу вас не мешать. Ваши документы. Ну, что, что? Мне в туалет. Иди, не могу иди отсюда, детка, что делать, иди отсюда. Никакого самосуда. Да-да. Пускай сначала предъявить свои документы. Да. На, посмотрим, что за птицы. Да проходимте. Аферисты! Товарищи, товарищи, мы едем на учебу. В институт усовершенствования. Мы не аферисты, вы понимаете? Мы же не виноваты, что билетов нет. Видали мы таких студентов. Пусть командировки покажут. Тоже мне, Ломоносов. А учиться никогда не поздно. Вот, пожалуйста, наша командировка. Командируется в Дедов. Так-так-так. Каф. Кафедра. Гиперболической оксигенации. Командировка наверняка поддельная. Смотрите внимательнее. Так, стоп. А что это за фамилия такая? Совчи. Да не Совчи, а Совчи, обыкновенная фамилия. Обыкновенная? Обыкновенная. Впервые слышу такую. Да был еще такой русский генерал-артиллерист Константин Николаевич Совчи. Что-то не припоминаю. Да он еще в первую империалистическую. Ах, царский генерал, значит. Да он что же вам, родственник? Да почему же обязательно родственник, просто однофамилец.
Ох, не нравится мне эта история, ох, не нравится. И паспорт этот, и генерал. Двигались они, между прочим, в сторону государственной границы. Да какая к черту граница? Мы в Ленинград едем. В том-то все и дело, что не в Барнаул, а в Ленинград. Граница-то рядом. Очень похоже на... Да? Вы так думаете? Похоже, похоже, похоже. Вы не учитываете международную обстановку? Причем здесь международная обстановка, когда билетов нет? Братцы, да вы что? Мы же хотели как лучше. Паспорт хотели найти. Но вы же сами сказали, что международный скандал, неустойка. А он тут вообще ни при чем. Ну, скажите, Петр Никитич. Товарищи, честное слово, это же недоразумение, товарищи. Тамбовский волк тебе, товарищ. Я сразу почувствовала, что-то тут не так. Нет, простите, мы ничего плохого не сделали. Мы заплатим за проезд. Сколько надо, пожалуйста, мы заплатим, мы готовы. Не все продается, господа! Нет, вы нас неправильно поняли. Мы вас прекрасно понимаем. Они думают, тут дураки все. Их заприте, Лидия Семеновна. В Ленинграде сдадим кому следует. Пусть разбирается. Да. Не нравится? Ничего, там же им разберутся, что это за птицы. Григорий Степанович, не уйдут? Непременно уйдут, если не присматривать. Она же изнутри открывается. Надо выстроить пост. Вот, вы и подежурьте, Леонид Борисович, а я вас подменю. Простите, нам до Ленинграда сколько ехать? Меньше часа. Ага, меньше часа. А главное, за что спрашивается, а? Ну за что, Петр Никитич? Успокойтесь, Миша, успокойтесь. Ничего страшного, могло быть и хуже. За такие номера могли бы и поколотить. А так, ну что они нам сделают? Ну, оштрафуют. Ну, на работу напишут. Да разве в этом дело, Петр Никитич? Обидно, понимаете, обидно. Мы-то хотели, как лучше, помочь хотели. Ничего, разберутся. Разберутся. А в чем разбираться-то? Ну, в чем мы виноваты? А теперь вот под арест. А в чем наша вина? Ну, скажите, а? Ну, каждый в чем-нибудь виноват. Вы не расстраивайтесь. Рассосется как-нибудь. Рассосется. Как же? А вы тоже, Петр Никитич, пророк любите. Традиции, мундир, гипноз. Вот вам и традиции. Не выслушали, не разобрались. Трах-бах и в каталажку. Пойдите, доказывай. Ну и тут свои традиции. Что ж поделаешь? Все спокойно? Отдыхайте, Леонид Борисович. Ладно. Здравствуйте. Ладно. Жрутся, потом храпят. Спать не дают. Суры Туркия, как и меня хювен. Каунис. Там уже пипка рейсу поят. Товарищи, внимание! Кто видит?
этих жуликов, они только что были тут! Надо блокировать выходы! Спасибо, до свидания. Паспорт дайте, товарищи. Товарищ генерал, полковник Нефёдов, паспорт. Скорей, в гальюн. Спасибо. Васильчик, идите сюда. Теперь вагон. У нас 15 мест. Нам читал про это свой стишок. Мы оправдали наши дни, мы стали новыми людьми. Теперь для правды и любви приходит срок, 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 срок. Срок настал для сумасшедших людей. На новый вышли мы виток. Теперь мы можем не хитрить и громко правду говорить и не бояться получить за это срок, 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 срок. Не пожалейте для встречи цветов.